Всем привет, меня зовут Ира, и сегодня я с вами буду распаковывать посылочку с сайта Мыло Опт. Заказала несколько товаров, которые у меня закончились, или те, которые я решила опробовать первый раз. Занимаюсь мыловарением уже полгода, и сайт Мыло Опт меня, в принципе, выручает часто. Правда, иногда приходится долго ждать. В общем, заказала я 12 позиций, как мы видим, по накладной. И будем их доставать. Кстати, счастливого мыловаренного года. Это у нас магнитик, подарочек. Спасибо, очень приятно. Ну, будем по порядку. Масло персиковой косточки я заказала для использования в бомбочках для ванны. Возможно, еще буду использовать его для мыла. Масло горчицы нерафинированное. Кстати, никогда им не пользовалась, мне всегда было интересно, как оно пахнет. Нет, оно не воняет горчицей, поэтому, в принципе, если добавим его в бомбочку для ванны, вы не будете купаться в горчице. Масло миндальной косточки также для бомбочек или для мыла. Баночка. Я заказала одну, чтобы посмотреть, как она выглядит в реальной жизни, потому что сложно было понять ее размеры по фотографии на сайте. В принципе, неплохая, но я бы хотела ее повыше. Дальше. Формочка для бомбочек в виде сердечка. Маленькая, но очень милая. И форма для бомбочек в виде шара. Какой красивый шарик. Дальше. Мыльная основа Sooptima прозрачная. Это российская мыльная основа. Я обычно пользуюсь или английской, или немецкой. Но стало интересно попробовать российскую. Долго ее не было в наличии, наконец-то я дождалась, хоть попробую. Ленточки. Так как я все свои заказики упаковываю в красивые коробочки с лентами. Ленточек мне надолго не хватает. Здесь два цвета лент. Два цвета по 100 метров, кажется. Или по 50. Нет, по 100. Маленькие по 100 и широкая ленточка, по-моему, там 33 метра. Дальше это у нас, судя по виду, я так понимаю, это лимонная кислота. Она мне тоже нужна для приготовления бомбочки. Да, это лимонная кислота. Килограмм. Это пищевая лимонная кислота. Ее, если что, можно использовать для продуктов тоже. И пищевая сода. Также для бомбочек. Так как морская соль у меня уже есть, мне не хватало соды и лимонной кислоты. Вот такой пакетик. И на этом, в принципе, все. Поэтому сегодня вечером я уже начну пробовать делать бомбочки. Надеюсь, получится что-то интересное. Спасибо за внимание. Всем пока! Thank you.